Давайте так, по правую руку от меня. Дмитрий Стрельцов. Кстати говоря, он тут недалеко от вас, он вообще-то почти местный. Из Благовещенска. Наш бас, бэк-вокалист Алексей Тарасов. Алексей, про басы сейчас я говорю всегда отдельно, подробнее. Басы очень редкие голоса. И нам не сказал, именно тогда, 35 лет назад, мы на студии на записи самой первой песни познакомились с Алексеем, вот до сих пор вместе. У нас очень много таких хоровых мест в наших песнях, и самые низкие партии исполняет он. Я не могу, я тянут, но никаких нот нет. Какая у тебя самая низкая, дорогая нота? Си бемоль с утра. Басы звучат с утра, но есть одно немаловажное обстоятельство, об этом знают только профессионалы. С похмелюги сыны им нет. Это истинная правда. И поэтому перед какой-нибудь очень ответственной записи я накануне накрываю подарки и методично спаиваю. И на утро он звучит как Бог. Так, приказываю тебя. За барабанами Александр Ерофьев. Это ветеранное время, вообще время. Вы даже не представляете, с какого времени я с ним знаком. Когда я только-только начинал свою музыкальную карьеру, еще в вокально-инструментных ансамблях там давно. И на самых первых моих гастролях мы приехали в город, Горький. Это был 1978 год. Я был маленький. И мы приехали в гостиницу АК, где внизу в ресторане играл ансамбль на барабанах, который за барабаном сидел молоденький тогда парень Саша. Кто бы знал, что пройдет много лет, и в 90-м году он получит приглашение занять место барабанщика в ансамбле ВБ. И он до сих пор он с нами. Ветеран. Так, наш третий бэк-вокалист, баритон Паша Сучков. Мы его заставили играть на клавишных инструментах, потому что вы, наверное, обратили внимание, Виталика Локтева нет. Да, но он ушел на пенсию, добровольно. Но он мне позвонил, это уже года два прошло. Он мне позвонил, говорит: Коль, я ухожу, я больше не могу терпеть вот этого безумия всего. Вот, поэтому я купил, прикупил себе домик в Подмосковье небольшой. И мир уживается. Женой тещи. Кстати, я разнообразие купил собаку, вспоминаю. Так, это, да, и, кстати говоря, он страшно радовался, когда я ему передаю от вас привет. Да, и я, в свою очередь, всем вам от него низкий поклон за то, что он есть, и что вы были в дружбе. Так, и теперь у нас Ваня. Иван Замяков. Это не просто Ваня. Ваня еще и пишет свои песни, продюсер. Он аранжировщик. Он педагог по гитаре. И занимается даже с его много учеников по всей стране онлайн. И говорят, очень толковый парень. Его студенты, если можно говорить, студенты. Да, очень хватит. Очень радуется. Вы можете найти где-нибудь ВКонтакте Иван Замяков. Вот, и если кому-то понадобится, позвоните, свяжитесь.
Я могу разговаривать, когда сказал, надо. Там молодому мальчику поиграть, научиться как-то. Знаете, это же очень важно, когда молодой парень играет на гитаре. Сразу девушек два раза больше. Это истинная правда, я знаю все. Вот. Так, я всех вас буду представить. Да? А, так, меня зовут Николай. Ну, как вы понимаете, после объявления таких вот вещей, всем уже понятно, что дело движется к концу. Да, мы скоро закончим, но это еще не все. Сейчас мы сыграем одну из самых наших красивых песен из знаменитого сериала «Девушки». Вы знаете, о чем я говорю. Ты не семейка, конечно, конечно. Так, ну, сейчас гитарку возьму. Если хотите, начинайте сами, я постараюсь.